17 октября в Государственной Думе состоялось открытие выставки предприятий малого и среднего бизнеса, занятых в сфере ЖКХ, строительства и энергетики. Выставка организована по инициативе члена фракции «Справедливая Россия», заместителя председателя Комитета Госдумы по энергетике Ивана Грачева. Открывая выставку, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева сказала: «Я полагаю, что развитие малого и среднего бизнеса является ключевым вопросом с точки зрения успеха России как великой экономической державы. Особенно важно привлечение малого и среднего бизнеса в сферу жилищно-коммунального хозяйства, поскольку одна из самых главных проблем в стране – это безудержный рост тарифов на жилищные и коммунальные услуги, и главным образом он вызван позицией, ценообразованием и функционированием естественных и региональных монополий в этой области. И только малый и средний бизнес способен разрушить монополию в этой области, в результате снизить тарифы, снизить издержки и повысить качество услуг, которые предоставляются как бизнесу, так и гражданам. Также именно малый и средний бизнес в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства способен предложить новые инновационные продукты, новые инновационные услуги, которые, с одной стороны, будут способствовать переориентации российской экономики на инновационный путь развития, а с другой стороны, также будут способствовать снижению издержек, снижению цены, тарифов и повышению качества предоставляемых услуг. Мы большие надежды возлагаем на малый и средний бизнес в принципе, а в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства в особенности. Поэтому желаем успеха выставке и хотим сказать всем представителям малого и среднего бизнеса, что вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку и помощь.